Сейчас сдать образцы лица и голоса можно в более чем 120 отделениях Почты Банка в 83 регионах страны, в том числе в Рязани. Все, что нужно – иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуги, паспорт и СНИЛС. Сама процедура занимает не больше 10 минут. Эксперт клиентского центра Почты Банка делает фото и записывает голос. Любовь Александровна, сейчас для того, чтобы осуществить запись голосовых данных, нам необходимо будет прочитать с вами данные строчки. Здесь расположен набор цифр. Читаем спокойно, отчетливо. Любовь Косачева пользуется услугами Почта Банка уже 4 года. Оформила себе карту, здесь получает пенсию. Сейчас сижу с внуками, и времени катастрофически не хватает. Поэтому вот услышал, дети порекомендовали вот эту биометрию, поэтому пришла вот, хочу оформить и воспользовалась этой услугой. После сдачи биометрических данных можно пользоваться услугами всех банков, подключившихся к единой биометрической системе, дистанционно открывать счета, переводить деньги, открывать вклады и многое другое. Удобно для жителей нашего города будет тем, что один раз сдав и пройдя эту процедуру, больше клиент банка может не приходить в офис банка, а все услуги и операции банка получать дома. Почта Банк одним из первых в России начал использовать биометрические данные. Начиная с 2016 года с помощью биометрии банк предотвратил несколько десятков тысяч потенциально мошеннических сделок объемом около 3 миллиардов рублей. Использование биометрии абсолютно безопасно. Механизм удаленной идентификации защищен в соответствии с самыми высокими государственными стандартами безопасности. Персональные данные, такие как паспорт, СНИЛС и прочие, в единой системе идентификации и аутентификации, биометрические в единой биометрической системе. При этом последние они находятся без привязки к персональным данным, что повышает уровень безопасности. Сдать биометрические данные можно во флагманских клиентских центрах Почты Банка. В Рязани они находятся по адресам улица Ленина, 12 и Первомайский проспект, 23. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».